В Казахстане намерены снизить социальный налог. Об этом рассказал первый вице-министр нацэкономики Руслан Даленов во время презентации проекта налогового кодекса в Мажилисе. По его словам, снижение связано с внедрением обязательного медицинского страхования. Если сейчас страховой взнос за сотрудника для работодателя составляет 11%, то после принятия кодекса взнос составит 9,5%. Кроме того, новеллы кодекса освободят банки от налогов на списываемые кредиты. Освободить банки от подоходного налога при прощении задолженности предлагается на 3 года. Пользу от нововведения, по мнению вице-министра, в первую очередь ощутят рядовые казахстанцы. Сегодня, как известно, если банк захочет простить своему заемщику кредит, он должен, мало того, что он ему простил кредит, он еще должен удержать 10% с кредита и заплатить бюджет, потому что заемщик получает условный доход.